Хабаровск стал одним из трех городов России, где согласовали митинг за свободный интернет. Организаторы выступают против изоляции российского сегмента глобальной сети. Такую возможность предусматривает законопроект, который находится на рассмотрении в Государственной Думе. На акции хабаровских защитников Рунета побывала Софья Коренева. Олегу Тарасенко 52 года. Интернет-новостями он заинтересовался, когда узнал о готовящейся пенсионной реформе. После этого даже завел свой канал в YouTube. Говорит, глобальная сеть буквально открыла ему глаза. Я узнал также из интернета, что и продукты вот эти, которые контрафактные, уничтожаются. Ну почему вы... Раздайте пенсионерам, в детские дома развезите. На Комсомольскую площадь мужчина пришел отстаивать право на свободный интернет. 12 февраля в первом чтении Госдума приняла законопроект об изоляции российского сегмента всемирной паутины. По словам авторов, цель – обеспечить работу Рунета в том случае, если доступ к мировой сети окажется закрыт. Также закон предполагает сокращение до минимума объема данных российских пользователей, передаваемых за рубеж. Одним из вариантов давление на нашу страну, расширение санкций, может быть и дестабилизация работы сети вплоть до отключения Российской Федерации от интернета. В законе очень расплывчатая формулировка, потому что и есть предположение, что это будет такой один из таких репрессивных законов. Митинги против изоляции Рунета 10 марта согласовали в трех городах России – Москве, Воронеже и Хабаровске. Их организовала Либертарианская партия России – незарегистрированная партия, выступающая за минимальное вмешательство государства в личную и экономическую жизнь граждан. Это первая акция хабаровского отделения либертарианцев. По их подсчетам, поддержать митинг пришли около 150 человек, в том числе идейные противники. Но тут, знаете, с трибуны кричали, что мы будем как Северная Корея. Нет, не будем как Северная Корея. Потому что в Северной Корее есть много плюсов. Я как член общества изучения идей Чучке. Приходите, кстати, к нам на собрание, мы вам много чего расскажем. Россия будет свободна! В Москве, по различным оценкам, собрались от 6 до 15 тысяч человек. 28 митингующих были задержаны сотрудниками полиции. Среди них оказались и волонтеры, раздававшие воздушные шары. По данным Либертарианской партии, правоохранители сочли их летательными средствами. В Хабаровске акция прошла без происшествий. Второе чтение закона должно состояться уже в этом месяце. На его реализацию, по данным автора проекта, может уйти около 20 миллиардов рублей. Софья Коренева, Павел Павлов, телеканал «Губерния».